Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она находится как в каком-то замкнутом пространстве. Она стучит, кричит, но и не слышит. Тонкая копия вышла вместе вот с этим пространством замкнутым. Это сфера, это голограмма, что это? Это такое, как вокруг нее четыре стены, в которых она находится. Как заключенная. Нормально. Хорошо. Защищаем мы физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Линду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Линды поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Линду. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанс? Она кивает и бьет по этим стенам. Она в отчаянии. Ее Хорошо. Никто не слышит. Мы вас слышим, Линда, не беспокойтесь. Хорошо, согласие у нас есть. Я даю команду сканеру. Сканер, отключи сейчас это пространство вокруг нее. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, связанные с этим пространством, и как все это выходит из ее биоробота, из биополя, силой моего намерения я отправляю в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Они похожи на металлические, но ржавые такие стены. Четыре стены. Они как разрезались с одного угла и вышли в клетку. Хорошо. Если есть сопутствующие чипы и датчики, на этой частоте они тоже выходят. Да, есть она. Вся под ключком. Хорошо. Сканер отключает, а все выводи. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо. Как вам сейчас? Как вы себя чувствуете сейчас, Линда? Она как начинает чесаться плечи руками, вот, проводит по рукам, и вот, как раздражение аллергичное у нее от них. Это выйдет, это мы выведем. Вы знаете происхождение, откуда это в вашем биополе? Нет, не знает. Хорошо. Она только знает, что это утягивало у нее много энергии. Хорошо, Линда. Вы уже дошли до нас, мы сегодня все заберем назад и все вернем назад. Все негативное, все, что вам дали. Итак, я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Линды под ногами 360 градусов вокруг нее. Тонких тел Линды находит все. И от этого пространства выстраивает эту конструкцию каналы к ответственным. Все, кто связаны по каналам, притягивается в клетку-тюрьму. Да, будет так, а такие стоят в клетке-тюрьме. Лаборант. Реп... В халате в белом. Рептилоид. Два Грея. Хорошо. Ставим очки над Греями. Органические, неорганические. Один робот, другой органический. Один робот. Хорошо. Есть еще кто-то? Да, есть. Лизард есть. И джин. Все. И джин. Какой джин? Синий 38-46. Сколько ты находился в этом биополе, джин? 2 года. У тебя есть контракт с ней на пребывание в этом биополе? Нету контракта. Хорошо. Сколько Лизард находился в этом биополе? Лизард год находился. И переходим к рептилоиду и двум Греям. Что вы учинили в этом биополе, рептилоид и Грей? У вас есть разрешение на это? У вас есть контракт с этой душой? Откачивали радость у нее. Любовь и радость. Сперва ее окружала любовь и радость, а теперь окружает заржавелые стены. А почему это вы так сделали? Чья это идея была? Любовь и радость имеют цену. Да. Я тебе скажу, кто это говорит, кто это мне отвечает? Лаборант. Хорошо, лаборант. Я тебе скажу, что любое действие имеет тоже свою цену. Любая боль тоже имеет свою цену. Любой беспредел имеет свою цену. И ты сегодня получишь полностью откат от Линды за все это время. Сколько вы, кстати, находились в этом биополе? 7 лет. 7 лет без разрешения. Хорошо. Сканер, просканируем планету души Линды на настоящий момент. 88. Ваши шансы становятся все хуже и хуже. Где 12%? Это эксперимент душевного опустошения, эмоционального ресурса, это физического говорит... биоробота. Это лаборант говорит, да? А, да. Хорошо. 7 лет, 12% души не хватает. Вы передавали уже копии в свои мира? Частички души продавали? Биоматериал продавали? Нет, не продавали. Где она находится? Находится в лаборатории. Значит, передавали. Копия, наполненная радостью и любовью.
Вы за это сегодня будете отвечать. Хорошо. Итак, Линда, у вас сегодня есть уникальный шанс вернуть этим паразитам всю вашу боль, которую они вам 7 лет доставляли, вытягивая всю вашу радость, которая вам принадлежит по праву, воруя ваши энергии, нарушая все законы мироздания, которые только есть. Вы хотите вернуть им эту боль назад и вернуть свою душу? Конечно. Хорошо, мы вернемся к этому разговору. Начинаем сейчас с реверса энергии. Даю команду тонкой копии спроецировать все энергетические и сферические каналы, которые она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаю потоки в 50 раз. В квартире находится джин и рептилоид с Греями со своей конструкцией, я полагаю, да? Да. Хорошо. Лизард, за что ты был ответственным? За какие боли? Это ты посылал тысячи мыслей там перед сном? Туман в голове. Чья работа была? А работа конструкции под ключик Лизард ей усугублял эмоциональную составляющую. Она показывает, что ей даже воздуха иногда не хватает. У нее горловая чакра перекрыта Лизардом. Вот как отчаяние у нее там. Он цветной Лизард, скажи мне, Вера? Нет, он зеленый. Зеленый. Возможно, ты уйдешь сегодня с другим цветом Лизарда. За такое массивное воздействие в этом биополе. Если ты думаешь, что это все серая зона, это не так. На все есть свои законы. Итак, ждем, Вера, окончания реверса. Закончился. Установили фильтры с золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Линда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Возвращает все свое себе обратно. От кого что идет, посмотри, Вера. Ты знаешь, идет картинка, идет зеркало какое-то, в которое она смотрится в доме. Это зеркало напрямую связано с лабораторией рептилоида. Там ее отражение, вот эти части ее, которые наполнены радостью. Мы ее заберем. А зеркало — это портал, его мы закроем. И я рекомендую Линде избавиться от этого зеркала в будущем. Эта копия, она как кукла. Они пытаются наполнить ее душой, но ей не хватает. Она не становится человеком. И не станет копия человеком никогда, как бы вы ни старались. Вы не творцы. Реверс закончился. Рептилоид, вы не творцы. Просто какое-то побочное явление цивилизации, либо вашим деструктивным действием, и потому как вы обращаетесь со всем, что вокруг вас находится. Вы не хозяева этому всему, и этого никогда не будет. Я вам сегодня докажу это. Ревер закончился, отлично. Начинаем с джина, джину выходить не надо. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе, собирая, втягивая в себя, ничего не забывай. Если я что-то найду, потеряешь челму. У меня руки и синие клубы в ногах. Как ты воздействовал на нее, джин? Руки опускались у нее. А ты не думал, что у него хочет, могут... Хочет, но не может она. Что хочет? Что-то делать руками, но не может. Из-за джина, да? У нее апатия. И ноги заплетаются. Это от джина, Вера? Да, от его энергии. Джин, я не совсем понимаю сейчас, на каком основании ты это делал? Джину нужна энергия. И? Он ее призывал на желание, чтобы она загадывала и вслух говорила. Значит, ты еще и призывал, чтобы она делала какие-то желания. То есть это против ее воли вообще было. Джин, по-моему, сегодня должен получить серьезное наказание. Он все забрал. Хорошо, Джин. Мне кажется, ты перебор сделал. Снимая с него челму, переходит в соседнюю клетку. Все магические кольца, все серьги, все магические причиндалы, сосуд с монетами, все идет в соседнюю клетку. Готово. Отлично, джин. Вот так вот теперь. У тебя руки не опустились еще? Верни джина. Я тебя спрашиваю, у тебя руки опустились или нет? Опустились. И как так бывает, джин? Причинно-следственная связь, проблема, да? Я понял. Верни мои вещи. Если захочет Линда, это она теперь решает. Итак, Лизард, выходи, собирай все, что ты оставил, вытаскивай свое гнездо. Всю свою энергию откачивай, ничего не забывая, возвращайся назад. Джину энергии надо. Хорошо. Мне нравится, вор пришел и говорит, что ему это надо. А я тебе говорю, нет, джин. Не туда ты зашел. А значит, Лизард, он сидел в сердечной чакре и в две стороны тянул. Вниз на желудок давил и вверх на горло. Это ж паразит. Он все снял. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас на чистоте рептилоида и двух Греев. Осталось что-нибудь?
незамеченным. Какой-нибудь чип, имплант, какая-нибудь подключка. Просканируй сейчас. Нет, чипов, имплантов нет, но у нее на голове есть подключка, как полушар такой, сфера. Отлично, сканер, отключи эту полушар, сферу и выведи его из биополя вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Как все это выходит, сила моего намерения отправляя в клетку, тюрьму. Пошел процесс. От него тоже провода идут, с чипами готово. Хорошо, сейчас просканируй, осталось что-то или нет. Чисто. Хорошо, и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Итак. Лизард, это первое и последнее предупреждение. Если я тебя, паразиты, увижу в какой-нибудь биополе, и ты попадешь на сеанс, ты будешь уничтожен. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Линда, возвращаемся к нашему разговору. Мы сейчас должны вернуть вашу душу и должны сделать откат. Вы хотите вернуть свою душу? Конечно. Отлично. Силой намерения Линда выстраивает канал к своей копии. 1, 2, 3. И реверсом забирает назад, что у нее украли и принадлежит ей по праву. Мощным потоком пошло назад. Да, будет так, а так и есть. Посмотри, Вера, что с этой копией. На ей поток начинает возвращаться, копия, она опустошается и как ломается. Ноги подкашиваются, руки, пустое такое очертание. Хорошо. Остается. Значит, все правильно делаем. Готово. Отлично. Сканер, просканируй полноты души Линды на настоящий момент. 100%. Все вернули. Возвращаемся ко второй части. Возврат этой боли, этого беспредела, который сделал телоид вместе с этими двумя греями. Силой моего намерения одеваю это пространство точно так же, как оно было на Линде, подключая все эти подключки на голову ему, везде, где были подключены у Линды. Да, будет так, а так и есть. Не хочет. Никого не интересует. Она тоже не хотела. Ты ее не спрашивал. Стоит, Вера? Да. Выстраивая прямой канал от Линды к этому рептилоиду. И в течение 1 минуты возвращаем назад всю эту боль, все, что она испытала, все эти чувства эмоциональные, потерю радости и так далее. Все, что эта конструкция сделала в ее биополе в течение 1 минуты за 7 лет назад. 1, 2, 3. Пошел мощный поток до 100%. Ни процентом больше, ни меньше. Всю эту боль она возвращает назад тому, кто ей причинил эту боль. И он испытывает на себе последствия своих деятельностей. Она показывает, как это все начиналось. Она чувствовала раздражение, грусть, апатию. Вот все эти чувства и возвращаются. Готово. Ну, отлично. Как там рептилоид? Не радостно ему уже? Ну, он сидит, он как такой, как в шар превратился. Вот как-то собрался весь и сидит. Вот так и она себя чувствовала. Отлично. Хорошо, Грей, ты готов? Нет, он не готов, он машет руками. А почему ж ты делал такое, паразит? Она тоже руками махала. Он подключал в правильные места, подключал конструкцию, он не виноват. Ну вот и я сейчас подключу к правильные места, и ты увидишь последствия своей деятельности. Как только я подключу, я сразу ее включу на полную мощность, как у рептилоида. И ты прочувствуешь каждую эмоцию. Он говорит, ну, показывает, что ты можешь это сделать на другом, Грей. Этот будет уничтожен сейчас. Вот этот робот, он меня не интересует вообще. Так что, Гры, вот отсюда ты дошел, до этой точки. Итак, мы все вернули. Сила моего намерения сжигается канал к этой копии. Отлетает, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Снимая с рептилоида эту конструкцию, она переходит в соседнюю клетку. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Рептилоид сам с собой разговаривает. Да, бывает такое. Ли на связи. Приветствую, Ли. Приветствую.
У нас здесь рептилоид и два грея, один робот. Вернули 12% души, сидели 7 лет, поставили ржавые пространства вокруг человека, сильнейшие издевались над ним. Рептилоид получил откат по волеизъявлению Линды. И она испытала эту боль, это опустошение, отсутствие радости за последние 7 лет. Кроме того, мы эту копию, которая там была, все у нее забрали. В их мире они уже забрали, сделали себе копию, но она у них не до конца работала. У них еще конструкция в квартире, но я ее сам сниму. Забираем. Хорошо, конструкцию уничтожать или заберешь? Уничтожить. Под конструкцией открываю воронку в галактическое ядро, и конструкция уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Ну что, этот рептилоид все разговаривает с собой? Да, он зашел внутрь себя. Вот так и она заходила из-за тебя, сущность паразита. Он общается с собой, он показывает что-то, он внутри себя. Хорошо, пусть там лучше сидит, меньше вреда будет от него. Забрали. Всех забрали, да, Вера? Да. Больше клетка у нас тоже пустая, кроме Джина там. Джин остался, да? Джин остался в соседней клетке, его артефакты. Хорошо, Джин хочет получить назад свои артефакты. Хочет, Джин хочет. Джин понял, что он неправильно сделал. За Джин зашел без разрешения. Абсолютно верно. Возвращая все его артефакты Джину назад. Есть. Сейчас я тебя отправлю в квартиру Линды, там, где она живет. Ты соберешь всю свою пыль, дожидаешься меня. Я проверяю и отпускаю тебя на твою чистоту в первый раз. Все понятно? Понял, все понял. Открываю канал, сейчас портал в квартиру Линды. 1, 2, 3, Джин уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, поехали дальше. Готово. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Но душа, она общается, она ликует. Она лирианка. Она благодарит, что ее вернули. Во благо. Если Линда захочет пообщаться со своим куратором, со звездой Лира, она может к нам обратиться и задать ему 10 вопросов. Готово. Хорошо, Линда, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, уверенно. Я чувствую себя целой. Так и есть.